Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, зайдем быстренько в магазин с тобой и откроем колоду. Так, у нас там Джастин, собственной персоной. Так, ребята, пробовал открыть колоды, также и энергию собрать, но ничего не получилось, потому что пока в откате. Ладно, забираем с тобой здесь награды. Так, сразиться в боях, кстати, насчет боев. Там осталось, по-моему, нашему тигру немножечко найти кружек. Ну да, всего лишь 12 штучек. Ну что ж, давай попробуем. Какой номер? Дайте мне кружки. Стоп. Погоди-ка, я что-то не то выбрал. Ну-ка, давай еще разок. Кружки. Блин, не то искал. Вот. Одна, вторая. Нужно 12, да? Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Смотри, как хорошо идет. Седьмая. Так, седьмая. Восьмая. Девятая. Еще три кружки нужно. Последнюю, последнюю находим и все. Ай-яй-яй. Какие комиксы. Вот. Ну что же, друзья мои, прокачиваем. Блин, почему 12, нужно 14. Попутал, друзья мои, попутал. Вот, все. Ну что, прокачиваем до 6 ступени тигриную ярость. И следующее, что мы с тобой берем на прицел, это, наверное, у нас тигриный глаз. Тигриный коготь всегда готов к бою. Сила воздействия увеличивается на 5% на время боя. Хорошо. Кстати, нам тут... Да мы сейчас можем с тобой найти. Давай попробуем. Пульт от телевизора. 4 штуки нужно, да? 2. Блин, пицца кончилась. Ну, короче, ребят, еще 2 пульта находим с вами и прокачиваем до 2 ступени. Я думаю, что будет процентовка уже увеличена до 10. Так, ну что? Нам нужно теперь прокачать уровень кому-нибудь. А кому мы с тобой прокачаем? Вот, Крис Брэдфорд, конечно же, ребят. 80 уровень. Получи. Шикарно. Шикарненько. Так, и забираем все награды. Ну что, друзья мои, быстренько бежим с тобой на арену. После арены идем на испытание. Испытание у нас сегодня — космические странности. То есть мы зарабатываем всех черепашек космос. Ну и Армагон. Армагон нам не нужен, так что чисто на черепашках сконцентрируем свое внимание. Так. Ну а сейчас идем, конечно же, с тобой на турнир. Лига мастеров. Одна звезда, ранг 63. Все-таки успели меня скинуть, причем довольно серьезно. Подожди-ка, подожди секунду. В магазин хочу посмотреть кое-что. Во-первых, опа, Рокстеди. Конечно же, берем. Так, по монетам у нас мало, а по жетонам 585. А нам нужно, блин, 610. Чуть-чуть буквально не хватает. Ладно, ничего страшного. Ну что, турнирка есть турнирка, друзья мои. У меня всего 5 откатов. Особо слишком сильно тут не разгуляешься. Ты понимаешь, да? Поэтому надо будет очень и очень аккуратно здесь сыграть. Давай я возьму Рокзара все-таки. И вот так. Слушай, ну есть опасность, что мы не пройдем. Я тебе серьезно говорю. И аренка у нас с тобой получится сегодня маленькая. Нет, мы можем, в принципе, взять откат и купить. Но зачем их покупать, если их можно получить бесплатно за просмотр рекламы? 10 штук, тем более, не забывай об этом. Так, я, наверное, возьму все-таки здесь провокацию. Так, ну-ка, Шархан. Неплох. Не пробьешь. Не пробил. Так, минус Бибоп. И Змейковьюн добивает всех. Ну что, первый бой отлично. Так, мне бы, конечно, хотелось бы сегодня дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, но судя по тому, сколько у нас с тобой откатов, 5 штук, вряд ли это получится. Ну, хотя бы взять 50-е место тоже было бы неплохо на Лиге Мастеров 2 звезды. Кстати, 1290. Что же я хотел приобрести в магазине? По-моему, телепорты, да?
250 штук. Беру. Беру, ребята, даже не задумываясь. В следующей игре мы с тобой получим $250, и этого будет достаточно, чтобы я купил себе откаты. Они у нас... Вот, 10 штук. Плюс там 10, 20 откатов. Слушай, я думаю, мы с тобой до финала дойдем. Мы с тобой возьмем топчик обязательно. Постараемся. Но тут, видишь, проблема в том, чтобы нам вот здесь вот удержаться. И как можно дольше. А это сложно сделать. Так, давай, Леонардо, возвращайся. Тут у нас какой? 65-66 уровень. В принципе, мы можем даже с тобой сделать вот так вот. В этом ничего страшного нету. Скорее всего, даже Леонардо один здесь сможет справиться. А если не справится, то остальные помогут ему добить. Я надеюсь, они не откажут в помощи, да? Та же самая Карайка. Она сейчас бросит куна и все. Проверим. Хоба. Хм. Это опасно так было. Экспериментировать. Ванюш, ну а ты? Такие глаза у него мне... По 5 рублей из орбит. Смешно смотреть на него. Из орбит лезут, короче. Да, Ванька нам здесь помог. Ну, как помог, он добил. Там им оставалось немножко, так что все отлично. Так, и мы с тобой попадаем на 29-ю позицию. Шикарно. Так, здесь мы с тобой выбираем. Да, в принципе, любого. Ну, давай. Тяжело выговорить. Амаури. Но я возьму Димис. Так, Димис будет со мной. Возьму Криса. Возьму вот так вот. И... Блин, Бакстер Муху. Ну, Джастин же выставил. То и Муха выстоит. А если не выставит, то она, как говорится, подтвердит то, что она навозная муха. Действительно, да? Как один из подписчиков написал. Рэй, она навозная муха. Она ест объедки. Так и есть. Она ест объедки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Ах ты, муха-цикатуха, ты держись, родная моя. Сейчас я тебе... Какая ты мне родная? Никакая ты мне не родная, навозная ты муха. Так. Отлично. Отлично, друзья мои. Муха все-таки не упала, за что ей такое отдельное спасибо. И наша команда получает полный бонус. Это самое главное было для меня. И давай 12-ю позицию. 14-е. Слушай, ну, судя по тому, как мы идем, сейчас перейдем уже в Лигу Мастеров 2 звезды. Я возьму я, наверное, вот. О, тезка Алексей. А ну-ка. Берем. Блин, у нас откатов мало. Вот это меня напрягает. У нас мало с тобой откатов. Кстати, здесь Лео, Донни, Майки. Давай вот так, наверное, сделаем. Блин, Кирби не надо было брать. Ах. Кирби, по-моему, слабее, чем Муха. Блин, тут еще Карайка. Так, попробуем замедлить для начала их. Ага. Так, кто-то здесь упадет. Как пить дать. Да ты, да, достал ты уже, а. Смотри-ка, выдержал. Тимми берет провокацию, это на всякий случай. Добивай их, железноголовый. Есть. Хотя, на самом деле, Тимми здесь бы мне не помог. Если бы тот сделал массовую атаку, поверь мне, Муха бы, точнее, Кирби, ну, просто отдуплился бы и все. Ну что же, а мы двигаемся с тобой, да? Мы дошли до мастера 2 звезды, 98-я позиция. Продолжаем нашу эпопею. И здесь у нас Раф. Хотел, наверное, назвать Ральф. Хотя, кто его знает, что он там хотел. Два отката у нас с тобой остается. Эх, никуда не годится, согласись. Это никуда не годится. Опять тут Майки, этот маленький пройдоха. Давай вот так вот сделаем. С тобой возьмем имбовую команду, чтобы тут никто у нас не упал. Блин, это Микеланджело любитель делать массовые атаки, ты заметил? Давай уклонение влепим. Чтобы фиг попали по нам. Теперь вертушка. Я думаю, Рафаэль упадет. Хм. Упали все, кроме Рафаэля и Криса. Прикинь. Ну, против Армагона, конечно, не поспоришь. Когда он бросает свой валун, земля сотрясается прям у врагов под ногами, и они падают намертво, моля о пощаде.
Но мы не преклонные, поэтому, ребят, никакой пощады. Какой уровень-то? 82-й. Блин, ну фигово, фигово. Так. Эрнест. Ну да. Беру Эрнеста. Последний откатик свой трачу. И вот так делаю. Опять же повторюсь, есть риск. Ну, сейчас будут ходить первый кто? Леонардо, потом Усаги, да? А, вначале Усаги, потом Лео. Вот так вот. Если сейчас Усаги все сделает правильно, и будет топчик. Ну, в принципе, Лео завалит всех, и даже Эйприл. Нормуль. Ну что, с ареной, в принципе, можно заканчивать. В любом случае, нам с тобой откатов пока не получить. Денег не хватает, чтобы купить. И идем с тобой на испытание. Позицию 66-ю мы с тобой заняли. Так себе позиция. На самом деле, хотел платишок взять, но не сегодня. Слушай, а вдруг можно посмотреть, а? Нет, нельзя, друзья. Так, ну что же, тогда я предлагаю отправиться на испытание. Так, здесь я заберу. Вот так вот сделаем с тобой. Как говорится, по курсу все с тобой обменяем. Чтобы глаза не мозолило, да? Была бы какая-нибудь кнопка здесь сбоку обменять все дубликаты. Нет, вот приходится тыкать постоянно все это вручную. Напрягает, если честно, напрягает. Так, ладно. В магазине нам делать нечего. Испытание «Космические странности». Я одного не могу понять, почему Джастин попал в космические странности. Ну ладно, нейтрализатор, он действительно, он какой-то там с другой планеты. Но Джастин — это же смесь разных животных через мутаген. С какого перепуга он вдруг стал космической странностью, а? Вот объясни мне. Не знаешь, вот и я не знаю. Так, а что я делаю? Тут автобой, друзья мои. Конечно, автобой, и сейчас они всех тут завалят. Один из подписчиков писал: Рэй, поиграй Strike Force. Друзья мои, на самом деле давно не играл. У меня там уже персонажей накопилось, которых нужно открыть, проапать. Но, видишь, времени не хватает даже зайти. Нет, зайти-то хватает, но ты же сам знаешь, я же не могу просто туда зайти и открыть персонажей и все. Надо еще поиграть. А на тех уровнях, где я сейчас застрял, без прокачанных персонажей идти не стоит. А прокачивать их — это тоже долгий процесс. Не знаю, может быть, на днях как-нибудь урвем с тобой часок, заглянем. Так, ну что, давай валить здесь. Кстати, ребята, на втором канале Самурай Джек выходит у нас, да? Сегодня выйдет две серии. Так что можете заходить и смотреть. Так, здесь бомбим. Слушай, ну тут вообще все на изи, 20 уровень. Кстати, мы, по-моему, с тобой на автобое можем пройти полностью все бои, потому что у нас здесь с тобой абсолютный топчик. И всех черепашек возьмем, да? А потом еще можем пофармить, кстати. Подожди, ну да, в принципе, а почему бы и нет? У нас с тобой сыр. А зачем нам сыр? Нам сыр там не нужен. Нам нужно что с тобой? Только лишь телепорты. А телепорты мы купили. У нас в данный момент 339 штук. Отлично. Нет, сыр нужен. Нужен, ребят, здесь сыр. Ладно. Мы с тобой обязательно посмотрим, сколько у нас чего останется. Но зато фармить мы теперь можем действительно. Кстати, можно пойти рулетку крутануть. А почему бы и нет? Тоже, конечно, не хотелось бы так бездумно тратить наши телепорты. Но рулетку мы с собой не крутили уже месяца 3-4. Разочек-то можно сходить. Но опять же, не хватает пиццы. Чтобы крутить, нужна пицца. А я ее всю потратил. Ладно, дождемся момента, когда можно будет крутануть. Ну а сейчас мы с тобой на третьей волне. Естественно, разбираем их всех на изи, потому что 35 уровень, 30 даже. И все. Двигаемся далее. Там начинается с какого? Где-то
С эпизода 4-го, 5-го, да? Начинаются уже эти те персонажи, которые нам с тобой нужны. Сейчас проверим. Так, нейтрализатор. И вот после него, да. Эпизод 4, 5, 6 и 7. Так, и 8 тут еще будет, да. Но 8 можно не проходить. Хотя для галочки надо пройти его. Там можно фармить Армагона. Но Армагона мне фармить не нужно, понимаешь? Он у меня полностью собратый. Единственное, что если мы проходим на 3 звезды, мы можем там с тобой неплохо пофармить, по-моему, черепашек, да? Из космоса. Там больше шанс. По-моему, там идет Армагеддон. Ой, Армагеддон. Армагон. И вроде бы все. Вот могли бы они, кстати, вот в космические странности воткнуть Кренга. Почему они его сюда не засунули, а? Как будто он не из космоса, да? Значит, черепашки космос воткнули, а Кренга шиш. Блин, тут еще эти... Тут еще эти големы, ё-моё. Ну ладно. Големы так големы, фиг ли делать. Надо их бомбить. Давай, ребятулечки. Этих-то разберем, а вот в конце... Ну зачем, Майки, ну... Господи, можно было бы и без танцев с бубном здесь справиться. Так, давай, опа, отлично. Опять же повторю, это был 45 уровень, поэтому тут особо сильно, как говорится, радоваться не стоит. Дальше будет тяжелее, а в конце, именно где Армагон, там они будут 85-го, по-моему, или 90-го уровня. Так, ну что, Рафаэльчик у нас в кармане, пошли теперь за Донателло, ой, за Леонардо. Леонардо космос тоже нам нужен. Давай. Кто такие? Что это за грибы, ребят? Какие-то непонятные с клешнями. Были же такие в мультике? Я больше уверен, что были. И мутант белки, наверное, были. Я, правда, не весь сезон смотрел, если честно. Я даже не знаю, ребят. Я слышал, что, по-моему, в каком-то сезоне... вот эти черепашки наши, да, встретятся с оригиналами, потом они встретятся с классическими черепашками. Надо глянуть. Но опять же, время нужно, чтобы посмотреть. Время. А его нету. Так, ну что у нас тут? Рафаэль, Донателло, да? Это последняя волна. Причем здесь уже Армагон присутствует, как ни странно. Нет, все-таки надо было сюда Кренга воткнуть. Вот это было бы классно. Это было бы шикарно. Потому что Крэнк нужен. Он очень-очень медленно собирается. Но не так медленно, как Бибоп, да? Который у нас до сих пор в бронзовой лиге. Я офигею. Бибоп в бронзовой лиге. Так, ну что, Майки Космос. Поехали за ним. Враги здесь какого? 55 уровня, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. А, 60-й. Ну, до сих пор, ребята, они для нас будут легкими. Мы их будем также по-прежнему без проблем разбирать. Переходим на вторую волну. Блин, они почему-то не любят делать массовые атаки. А если делают, то уже в конце, когда врагов нету, остается какой-нибудь один противник, он начинает врубать то массовую вертушку, то еще там что-нибудь. Автобой не делает, ребята, никаких этих... Ты заметил, да? Чтобы Рафаэль, например, сделал ярость Рафа, я вообще ни разу не видел на автобое. Так, ага. Бакстер уже пасует перед 60-м уровнем. Только что не смог пробить. Ясно. Ну, в принципе, и у Саги тоже с одного удара не может бомбануть. Ему два раза приходилось бомбить. Так, последняя волна. Ну надо же, вызвал маузеров. Молодец. Так, двойная атака, должен добить. Ну тут все отлично, ребят. Справились они без моей помощи. И мы с тобой идем на последнюю черепашку космическую, это Донателло у нас, да? Ну а уже на Армагона, скорее всего, придется ручками, друзья мои, ручками. Угу. Дони. А может быть даже и на Дони придется самому, потому что здесь... Ё-моё, боссы. Слушай, дай-ка я сам поиграю.
Разомну свои, так сказать, пальчики. А то в Shadow Fight мне было мало разминать пальчики. Так, поехали. Угу. Добиваем. В минус. Так, Крэнк наносит урон, он даже понижает мне атаку. Хм. Промахнулся. Поехали. Добиваем. Да нифига, ты молодец. Молодец, Бакстер. Добил этого гаденыша. Так, тут уже 5 волн. Вот с этим мне охота возюкаться. Сейчас мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Массовую атаку. Всех положим. И пойдем дальше. Угу. Положили всех, конечно. С таким успехом я мог бы их и поодиночке разбомбить. Так, стрелозады. Ну давай начнем. Так, минус. Здесь можно волну применить. Так, ушатаем вот этого вот. Потом вот этого. Да у них очень маленькая инициатива, а этот не успеет. Ха. Четвертая волна. Нам нужно с тобой суперудары поэкономить. Даже, кстати, в конце вот этой волны нам надо будет поставить с тобой уклонение. Ну, ты понимаешь, зачем, да? Чтобы прийти на боссов, у нас была уклоняшка. Так. Добиваем. В плане. Вот. Ближе к концу. Пора. Пора включать. На 3 хода уклонение действует, друзья мои. Что? А, доп. Защиту поставил? Нифига ты. Так, это круто. Слушай, ну нам нельзя... Нам нельзя здесь долго слишком возюкаться. Смотри, что сделал, а? Вот это Рафаэль дает. Блин! А, вот что. Я думал, сейчас этот опять вызывать будет свой астероид. Хиляться пока не стоит. Блин, они слишком сильные. Ребят, у нас уклонение сейчас с тобой кончится. Кончится уклонение, блин. Так, остается лишь Леонардо. Давай вторую атаку. И добиваем его. Ну вот, два голема. Ну, я тебе повторю, эти еще не такие сильные. В конце будут сильные, где Армагон. С этими должны разобраться. Так. Все, никак, они же вроде как братья. Что они спорят-то там? Дерутся. Рестлеры тоже мне. Так, ну что, ребят, начнем вот так вот. Постепеночка, надеюсь. Ага. Так, блин, а уклонения уже нету практически, да? На некоторых осталось. Нет! Твою налево, да хиляться надо. Вот ты смотри. А ты представляешь, что будет на 80-х големах? Как они будут жарить? Слушай, я, наверное, хильнусь. Можно было бы, конечно, пробивной сделать. Но я хильнусь. Промахнулся, слава богу. Давай ракетой. Окей. И вот так вот. Две атаки. Все. Ну, здесь победили. А вот на последнем эпизоде, да, будет жестко. Мы обязательно там всегда кого-нибудь теряем. По-моему, так, да? Никто не выживает. Хотя... Тут бабушка надвое сказала. Ну что, рвем копыта. Поехали. Фух. 80-й уровень големов. 5 волн. Так, ну что, применяем с тобой массовые атаки, потому что они как раз к концу откатятся. Так, здесь можно и уклонение заюзать. Это не страшно. Главное нам с тобой сохранить больше количества жизни. Блин, Армагон! Ой, Армагон. Этот, ё-моё, я забыл уже, как его звать-то. Бакстер, ты чё? Чё творишь-то, а? Блин. На него тратить хилку теперь, что ли, придется? Так, белки. Ну, давай с белками так разберемся. Давай. Вызывай своих этих шитиков. Ты... Блин, 80 уровень. Мне кажется, он на големах сольется. Он не потянет. Он не потянет, блин. Надо было его оставлять дома. Взял тоже с собой, а? На свою голову. Ладно, с этими разберемся.
Ярость Рафа пока я не буду включать. Хилку. Давай хилку. Чем раньше потратим, тем раньше она откатится. А у него еще и защита понижена. А как? Все, отлично. Кончилось, да? Так, минусуем. Тут одна атака. Блин. А он массовый включает. Так, четвертая волна. Это предпоследняя. Здесь, ребята, будем делать подготовку с тобой. Так, ну, во-первых... Так, секунду, секунду, секунду. Что-то не то пошло, да? Раз. Я не хочу, чтобы он бросил валун свой, понимаешь? Вдруг я это зря делаю, а? Блин. Ну давай Армагона с тобой добьем все-таки. У нас есть с тобой хил. Да, у нас есть с тобой хил. Нам придется сейчас, наверное, им воспользоваться. Если успеем. Так, иммунитет. Тихо, 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 тихо. Блин. Ё-моё, это просто какая-то удача, ребят. Кто там у нас? Вот этот, да? С большой инициативой. Добили. Так, теперь, блин, кого надо? Вот этого, наверное, Донателло. Нам хиляться нужно. Посмотри, что у нас по здоровью получается. Да, блин, что за... Хиляемся. А что такие атаки-то слабые? Не, я понимаю, да, защита, все дела. Но не настолько же. Ярость Рафа. Кому он сейчас... Так, в кого он сейчас будет бомбить лазером своим? В Лео. Ты прикинь, сколько он здоровья отнял у нас. А сейчас-то в кого бомбит? Надо хиляться еще раз. Так, ну, во-первых, уклонение ставим. И хилку врубать надо. Хилку, хилку, хилку. Блин, и никак не пропустить. А хилка у нас только у Майки, да? Блин, хилка только у Майки. Ладно, у нас что с тобой? Усиление, да, атаки? Плюс уклоняшка стоит на всех. Надо хилку будет обязательно врубить. У нас с тобой нет никаких массовых атак. Ё-моё. Так, ну что? Провокацию брать? Возьмем провокацию, наверное, с тобой. Тихо, тихо, тихо. Не падай, не падай. А, все. Промахнулся? Да ну, хорош, ты... Серьезно, ты промахнулся? Так, друзья мои, тихо, 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 тихо. Ай, не знаю, давай попробуем. Раз. Массовая атака. Поехали. Успеть бы нам. Успеть бы нам, ребята. Есть! Вот она! Сила черепашек-ниндзя. Фух. Нормуль. Я ж, блин, скукожился весь. Думал, сейчас как звезданет. Но нет, не тут-то было. Молодцы, молодцы, ребята. Не подвели меня. Так, ну что же, а мы можем с тобой заняться фармом, да? Я думаю, что вот здесь лучше. Потому что тут чисто черепашки, а тут еще и Армагон. Поехали. Маяк. Вот, Рафаэльчик выпал. Донни. Ну и все, и сыр закончился на этом. Достижение какое-то я получил, ребята. 500 битроидов я убил. Хм, 1000 мутагена. И две карточки на Шреддера. Прекрасно, прекрасно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этой ноточке можно со спокойной душой и заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!